капуки, кануки. На фабрике игрушек сделали еще одну машинку. Сейчас приедет автовоз, чтобы забрать ее в игрушечный магазин. Погрузили. Можно ехать. А вот и магазин игрушек. Автовоз, останавливайся. Ставим машинку на полку. Машинка стояла в магазине целый день. Наступил вечер. Ну когда же меня купят? Эй, привет! Ты что, новенькая? Да, меня только сегодня привезли. Здесь очень весело! Сейчас ночь, никого нет. Вылезай из своей коробки, будем играть вместе. Из коробки? Сейчас попробую. Давай я помогу тебе. Давай. Еще немного. Ура! Я на свободе. Ну и хорошо. А теперь давай поиграем. А во что здесь можно играть? Можем поездить по магазину и посмотреть, какие кубики здесь есть. Соберем домик. Отличная идея! Да, только сначала проверим, как ты ездишь. Я и сама не знаю. Да вот же у тебя кнопка наверху. Я еду! Хе-хей, да еще как! Тебя не обогнать! Здорово! Да, здорово получается у тебя ездить. Послушай, я давно собирался построить домик. Для этого нужен квадрат и треугольная крыша. Но треугольная крыша очень далеко. Может быть, ты за ней съездишь? Конечно! Мне нужно найти треугольник? Да, красного цвета. Я поняла. Красный треугольник. Не волнуйся, я быстро. Счастливого пути! Он в самом конце магазина! Возвращайся! Я еду искать красный треугольник. А вы его не видели? Не видели красный треугольник? Поможем машинке правильно выбрать фигуру. Какого цвета этот треугольник? Это синий треугольник. Он не подходит. Это... желтый. А это? А это вообще не треугольник. Едем дальше. Какой это цвет? Зеленый не подходит. Вот, ура, ура, я нашла. Вот он, красный треугольник. Можно ехать. Ой, упал. Не беда, подтолкну. И... я приехала. Вот красный треугольник. Ух ты, здорово. Давай ставить его на зеленый квадрат. Ура! Наконец-то я смог построить домик. Как мне понравилось! Поехали играть дальше! Отличная идея! Вперед! Это магазин игрушек.
У машинок здесь отличное настроение, ведь их купили и сегодня повезут в детский садик. Ой, ну когда же приедет автовоз? Не переживай, по-моему, я его уже слышу, он едет! А вот и автовоз, который повезет машинки в садик. Хоть он и маленький, он всех сможет увезти. Сейчас ты увидишь, как. У меня же 2 этажа! Привет, автовоз! Как нам в тебя забраться? Смотри, у автовоза 2 этажа. 1, 2. Я смелый! Можно я поеду на 2-м этаже? Для этого нужно опустить пандус и платформу. Заезжай! Готово! Ура! Я на месте! Теперь я! Ну что, все готовы? Поднимаю пандус. Поехали в детский садик. Там уже, наверное, заждались. Автовоз приехал! Выгружай! Спускаюсь! Ой, всем привет! Добро пожаловать! Смотри, как ловко маленькие машинки работают на стройке. Ворота почти готовы. Проверим. Порядок! А эту деталь куда ставить? Поняла! Это же съезд! Готово! И 2-й вот сюда! Что дальше? Дальше горка! Толкаем вместе! Поняла! Ах, дотолкали! Дотолкали? Но как же нам ее поднять? Мы же летать не умеем! Летать! Точно! Нам поможет вертолетик! Сгоняешь за ним? Конечно! Я скоро! Привет, вертолетик! Привет! Ты знаешь, мы строим гараж, 2-этажный, но 2-й этаж без тебя никак не построить. Поможешь нам? Конечно, помогу. Говори, куда лететь. За мной! Приехали, спускайся! Чем помочь? Нам нужно
надо поднять горку. Мы ее дотолкали, а поднять не можем. Понял, сейчас помогу. Вот и все. Что дальше, ребята? Нужно закрепить ручку. Красную арку. А на нее площадку для вертолета. Ура, ура! У меня есть своя площадка. Осталось поставить 4 шлагбаума. 1, 2, 3, 4. Шлагбаумы расставлены. Все готово. Можно тестировать. Тыдыщ! Проверяю подъемник. Заехал. Поднимает. А теперь вот эту горочку. Ой, а шлагбаумы-то закрыты. Открываю шлагбаум. Сейчас будет супер съезд. 3, 2, 1. Я хочу выше, хочу еще выше. Погоди, сейчас я переставлю горку. Готово. Итак, шлагбаум открывается. Я еду. Я хоть и вертолет, а тоже хочу попробовать. И еду. Это было круто. Отличный гараж у нас получился.